Дорогие граждане, просим ознакомиться с правилами пользования безвизовым режимом в Евросоюзе, которые войдут в силу после либерализации визового режима с Евросоюзом. Безвизовым режимом смогут воспользоваться все граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта в течение 180 дней максимальным 90-дневным сроком. У пропускного пункта пассажирам, возможно, понадобится следующая документация: подтверждение финансового обеспечения, обратный билет, туристическая страховка, резервирование гостиницы. Желаем вам счастливого пути. Европейский путь Грузии.